Накануне в скульптурном комплексе Центра Азии состоялся концерт, посвященный одному из государственных символов нашей страны. В нем приняли участие известные артисты Тувы, а также ансамбли и группы. Показательным стал танец, символизирующий единство народов. Триколор объединяет россиян и мотивирует на ратные подвиги и труды. Уважение к флагу – это уважение к традициям и обычаям народов страны и межнационального согласия. День флага России установлен 23 года назад. Согласно социальному опросу граждан страны, большинство россиян при виде государственного флага чувствуют гордость и восхищение. Именно эти чувства побудили участников велопробега собраться и провести этот праздник с пользой для здоровья. Большинство велосипедистов в специальных костюмах. У каждого на велосипеде российский триколор. Отличное настроение. Сегодня день российского флага, и в честь этого мы организовываем велозабег. Собралось от мала до велика. Нас много сейчас становится, все активнее и активнее. Здоровый образ жизни, велодвижение становится очень массивным в Туве. Протяженность велопробега составила несколько километров. Под гимн страны участники велопробега проехались до финиша. Район Своротка, развивая символику на ветру. Настроение поднялось на 100%. Проехались очень хорошо. Показали, что есть российский флаг, есть такой праздник, и есть велосипедисты. На Арбате общественное молодежное движение «Добрые сердца Тувы» провели патриотическую акцию. С днем флага России, вас вот раскраска для вас. Можете раскрасить субъекты Российской Федерации. Спасибо вам большое. Пожалуйста. С 12 июня со Дня России во всех регионах нашей страны прошла масштабная акция «Мы – граждане России», где каждому предлагалось рассказать об особенностях и достопримечательностях родного края. Завершением всероссийской акции и стало создание познавательной раскраски. Мы присоединились к акции, раздавали вот такую раскраску. Тут представлены все регионы России. И мы в том числе. Материалы, которые были собраны на конкурс, стали основой для создания набора образовательных карточек. Финалом патриотической акции на Арбате стал флешмоб с триколорами, организованный движением молодежных инициатив «Моя столица».